Итак, рисунок высох, и теперь мы можем его детализировать фломастерами. Прежде всего, конечно же, нам нужно обвести богатыря, его лицо, одежду и щит. Давай возьмем коричневый фломастер и обведем нос. Вот как мы рисовали его карандашиком простым, да? Так и обводим. Хорошо. Давай возьмем черный фломастер. И внутри глазок нарисуем маленькие кружочки-зрачки. Обведем сам кружочек и верхнее веко, только верхнее, нижнее обводить не надо. Верхнее можно несколько раз обвести, чтобы оно было поярче. Тогда глаза будут более выразительные. Красным или бордовым маркером мы обведем губы. Сначала посерединке вот так, и потом сами губы. Сами губы. Темно-коричневым, если у тебя есть темно-коричневый, или черным, будем обводить усы. Посмотри, наши усы будут вот сюда вниз на бороду спускаться. Поэтому мы проведем вот так вот линию сюда, ниже, да, вот так вот, на почти что до конца бороды. И отсюда тоже обведем усы таким вот образом. Бороду обводим. И на бороде мы будем такие сверху вниз черточки рисовать, волосинки. Много-много-много. Сверху вниз. А на усах длинные вот такие вот нарисуем. Вот так. Обведем шею тоже коричневым. И возьмем, давай теперь черный. Будем обводить шлем. С самого верха можно прям сразу и вот эту вот кольчугу с этой стороны. С этой стороны. И внутри шлем, да, вот это, вот эту часть нам надо обвести. Наконечник шлема. Сделаем на шлеме узор. Проведем линию. И на шлеме несколько полосок вот таких вот. Проведем. Кольчуга состоит из много кружочков, колечек. Эти колечки близко друг к другу находятся. Поэтому мы вот рисуем всю кольчужку из колечек, которые рядом друг с другом.
с одной стороны и с другой стороны. Обязательно обводить нужно это тогда, когда уже весь рисунок высох. Иначе фломастеры будут портиться, если будет сырой рисунок. Так. Черным обводим плечи, плащ с одной стороны, с другой стороны, воротник. Вот эту пряжку, плащ, на плаще сделаем небольшой рисунок, повторим линию горловины и линию, вот где спускается плащ. Рубаха тоже кольчуга, поэтому на ней мы тоже рисуем кружочки. У богатыря всегда одета кольчуга и на туловище, и шея защищена кольчугой. То есть сверху на рубаху одевалась кольчуга железная, которая защищала туловище богатыря. Это железные колечки, которые... Такая рубаха была сшита, не сшита, а вот и скована из железных колечек. Так, теперь сам щит обводим. Заклепки на щите, кружочек и гвоздик через одинаковые промежутки. И вот на этой полоске тоже. Давай обведем копье. Наконечник копья и древко копья. Вот такой богатырь получился у меня. Сфотографируйте своего богатыря и пришлите в группу «Маленький художник». Мне очень интересно посмотреть, какой богатырь вышел у тебя. Этот рисунок ты можешь подарить своему папе или дедушке, или брату, или дяде своему на День защитника Отечества. Я думаю, ему очень понравится твоя работа, и он долго будет хранить ее у себя. А сейчас пока-пока!